Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Подошла к финалу моя стройка автомобиля «Тайфун» от фирмы «Таком» в 35-м масштабе. И вот так получилась у меня данная модель. Работой я очень доволен. Модель получилась, как я и хотел. Только что вот один минус, что сейчас на улице у нас очень темная погода, и фотоаппарат немножко засветляет модель. Берет более светлые тона, а так на самом деле она немного потемнее. Но работой я очень доволен. Все получилось, получились и высветления, получились и затемнения при шейдингом. Пришейдинг не спрятался краской, так как я ее разводил довольно жидко и несколькими слоями задувал из аэрографа. Хорошо получилась смывка. В целом моделью очень доволен, сборка очень понравилась и не побоюсь ее порекомендовать даже начинающим моделистам. Модель в сборке труда не составила, да пришлось немного повозиться с мелкими деталями, так как их очень много. Особенно вот сверху на бронеавтомобиле 44 петли, и с каждой приходилось убрать стык от пресс-формы. Но модель собиралась хорошо, все детали становились на свои места без каких-либо проблем. На этом, друзья, буду заканчивать. Постараюсь вас радовать новыми и новыми своими стройками. Если вам понравилась данная модель, ставьте лайк. Если вы не подписались, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Если вам понравилась данная модель и вы ее захотели приобрести набор фирмы Таком, вы можете без проблем в магазине «Я моделист». Если его нету в наличии, вы можете поставить себе закладочку, и когда модель появится в магазине, вам на почтовый ящик придет сразу же сообщение. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья!